вот, наконец, Женя с Сарой, да, у нас дома в гостях. Ну, мы обещали, что сегодня будут небольшие вопросы, но, знаешь, вопросов не было, потому что страна тебя любит, страна тебя тоже, Сарочка, любит. Они желают вам столько добра и света, чтобы вы действительно были счастливы. Страна гордится вами, что вы сохранили вот эти казахские качества, которые у вас, я вижу. Я как такой вот мостик, да, между двумя государствами. Я очень счастлива, что я приобрела таких сестричек. Меня, как бы, знаете, удочерили очень, как бы, финансово благоустроенная семья. Приехали обеспеченные, никогда никаких, ничего, как бы, проблем не было. И сейчас, знаете, у меня все привилегии есть. Машина есть, работа есть, здесь живу, финансово независимо нет. Мы, знаете, горжусь, потому что горжусь. И мой парень, филиппинец, он, как бы, иногда и часто на меня, как бы, злится, говорит, когда мы, ну, ездим где-нибудь, и я покупаю бездомным еду. Я им деньги не даю, ну, как бы, бездомным, не даю денег. Не то, что не хочу, просто не хочу давать возможность, как бы, еще больше наркотиков купить. Я лучше накормлю, воды куплю, накормлю. Ты покупаешь покуплю, еду? Да, потому что я знаю, как быть голодной. Когда надо было попрошайничать за едой. Сколько тебе было лет, когда ты это делала? В первом классе. Первый класс. Шахтинск. 6-7 лет. Да, Шахтинск. И так, поэтому мы в детский дом и попали, попрошайничали. Грязно, я приходила в школу. Знаете, попрошайничали где вы? На базаре? Во дворе? Нет, во дворе, в своих, как бы, знаете, у нас были пятиэтажки. Это было... улица Карла Маркса, 23. Ты помнишь, да? Квартира 53. Карла Маркса, 23. Вот в Караганде, Шахтинске. Шахтинске, да. Вот там, вот в этом дворе, просто, как бы, знаете, там были девятиэтажки. Вот так прям, 6 или 7. А тебе давали, вот ты когда просила? О, да, все кормили, все любили. Что ты просила? Здравствуйте, дайте, пожалуйста, что-нибудь покушать. Ты прям стучалась в каждую квартиру? Да, стучалась. По квартирам ходила. Ты одна ходила или с кем-то? Одна. Угу. Да, одна. Угу. И ты сейчас это помнишь? И ты... Я помню. Не то, что помню, но это часть меня. Да. Поэтому я эту часть уважаю. Сначала я этой части стеснялась, когда приехала сюда, как бы, в Америку. Я стеснялась того, что я была сирота. У меня был парень, я ему где-то 3 года не говорила, что меня удочерили, он все время так, родители какие-то, знаете, белые, ты азиатка, сестренка азиатка, они все по-английски, вы по-русски, ты кто? Много вопросов. Ну, я сама стеснялась бедноты, стеснялась, что знаю, что такое быть голодной, знаю, что такое быть без отопления, без воды, без элементарных вещей. Поэтому здесь, когда люди спрашивают, о, Жень, что ты хочешь для счастья? Я говорю, я самый счастливый человек. У меня есть крыша над головой, вода чистая из-под крана и чистый унитаз. И холодильники, знаете, 2-3 помидорки, огурец, все нормально. Знаете, главное, что крыша над головой, и у меня есть возможность, как бы, знаете, купить бутерброд и бутылку воды для более нуждающихся. Знаю, может быть, это не решит их проблемы, но это, как бы, все, что я, моя возможность, как бы, в ситуации. Ты через сердце это делаешь, да. Потому что ты это прожила, да. Прошла, даже будучи маленькой, ты это запомнила на всю свою оставшуюся жизнь. Это чувство, да. Это, я не помню ситуации какое, но я помню чувство голода.
чувство голода и чувство беспомощности, когда, знаете, просто голодно. Никого рядом нет, но кого попросить? Да. Кого попросить? А у меня есть возможность, если кого-то, ну, знаете, увижу. И здесь, вы сами знаете, в Калифорнии у нас столько бездомных. Да. Вчера по дороге в Лос-Анджелес, Сан-Диего, мы остановились в двух местах. В обеих купила, ну, немножко еды. Да. Чисто сэндвич, банан, яблоко и воду. Ты не могла мимо проехать? Не могла, просто мы были там. Я уже жду, я покупаю для себя воды. У меня огромная бутылка воды в машине. Чего еще $3 тратить? Да. А кого, я не знаю, кого они пойдут кормить. Он с коляской подошел. Ну, знаете, девушка, парень, лет на 5 старше меня. И как бы обязательства здесь заставляют многому. И я даже не могу представить. У тебя очень доброе сердце. Очень доброе. Ну... И ты очень позитивная. Да. А чё плакать? Ты моя Жанна. Я просто благодарна, что ты сегодня, есть возможность. Ты сегодня у меня в гостях, Женя. Я так счастлива, что я для вас руками делала сегодня манты. Понравились мои манты? Женя, как тебе? Когда ты последний раз ела манты? Октябрь 2016 год. Октябрь, прям дату помнишь, да? Ты вот, ну, чтобы знали, манты ты в последний раз когда ела? В октябре у своей лучшей подруги дома, у Жени в Караганде, 2016 год. 5 лет назад, да. Почти 5 лет назад. 5 лет назад, да. Да. В следующий раз к нам приезжайте. Так что двери всегда мои открыты. Я наши тоже. Да. Ну все, спасибо, Джан. Вот они, девочки. Hello. Hello. Hi. How are you? Hi.